Всем мое почтение, друзья. И вот буквально дня 2-3 тому назад интернет потрясла новость, а именно то, что в Москве и в других там городах появляются ЗРК-панцири. То на крыше МВД, то еще где-то. Короче говоря, устанавливают зенитно-ракетные комплексы на важнейших объектах в России. И многие вот смеются, хихикают с этого. А у меня вот вопрос к вам. К чему готовится Российская Федерация и Российская Армия и руководство России, размещая вот эти ЗРК-панцири по всем вот этим важным объектам, на их, так сказать, мнение? Что они ожидают, что Украина будет наносить такие вот удары, что нужно защищать вот эти все объекты такими вот комплексами важными? Или чему готовится Россия? Может быть, она готовится к тому, чтобы нанести какой-то очень сильный удар по Украине, я считаю, что вплоть до ядерного. И когда будет ответка с западных стран, тогда пригодятся эти ЗРК-панцы. Вот смешно ли вам от того, что размещаются вот такие вот ЗРК по всей, так сказать, важной инфраструктуре России? Мне не смешно. Вот для чего, почему и какая цель вот этого всего, на ваш взгляд? Напишите в комментариях.